Сегодня в российском Минюсте подтвердили, что 9 средствам массовой информации, которые работают на территории нашей страны, были направлены уведомления о возможном признании их иностранными агентами. Напомню, накануне закон был принят Госдумой. Меры, как неоднократно подчеркивают комментарии, носят исключительно симметричный характер и является реакцией на аналогичное требование Минюста США к американскому филиалу нашей редакции RT. Какие именно СМИ могут получить новый статус и как отреагировали их представители? В материале Антона Верницкого. То, с каким рвением официальные представители США стали комментировать принятый Госдумой законопроект о признании части средств массовой информации, действующих на территории России, иностранными агентами, показывает, что такой быстрой ответной реакции там не ожидали. В начале ноября в США в отношении телеканала RT был применен так называемый акт о регистрации иностранных агентов, по которому в этот список и был внесен работающий на территории Соединенных Штатов российский телеканал. Причем на сайте Минюста США недвусмысленно говорится о том, для каких целей этот акт принимался тогда. В далеком уже 1938 году. Закон, принятый в 1938 году, стал ответом Конгресса на большое число агентов, распространяющих в США германскую пропаганду в годы, предшествовавшей Второй мировой войне. В ответ на подобные недружественные действия США Госдума приняла поправки к закону о некоммерческих организациях единогласно. И уже сегодня Министерство юстиции России подтвердило, что 9 СМИ, в том числе и финансирующимся Конгрессом США, «Радио Свобода» и «Голосу Америки», были направлены письма с уведомлением о возможности включения их в списки средств массовой информации иностранных агентов. И хотя законопроект еще должен быть одобрен Советом Федерации, а затем подписан президентом, пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсен уже стала сравнивать его с актом США 1938 года. Заявления российских официальных лиц увязывают эти поправки с требованием Министерства юстиции США в отношении RT. Как мы уже говорили, нашим собеседникам с российской стороны, акт о регистрации иностранных агентов способствует транспарентности, не накладывая ограничений или запретов на свободу выражения. В Госдуме нам уже ответили, что, мягко говоря, слова Марии Олсен не совсем точны. Вы знаете, это неправда. По всей видимости, пресс-секретарь посольства в силу своего возраста не знает деталей закона 1938 года. И ситуация там несколько иная. Предлагается средства массовой информации, которые зарегистрированы иностранными агентами в Соединенных Штатах, не только отправлять материалы, которые они выпускают, но также всю информацию о контактах с официальными лицами, представителями государственной власти Соединенных Штатов, и финансовую информацию, а также информацию об источниках, что для любого средства массовой информации, конечно, делает, ну, как минимум, менее конкурентоспособным в современном рынке. То есть работу отдельно взятого средства массовой информации, приравненного к иностранному агенту в США, легко можно заблокировать, просто завалив его требованиями отчитываться за все. Где, когда и с кем было взято интервью, например, или просьбой предоставить его полное содержание еще до выхода в эфир, что, по сути, может означать парализацию работы. И это не говоря о том, что любой отчет в любой момент может быть признан неточным или неполным. Тогда нарушителю грозит еще и штраф за каждую неточность $10 000, а также тюрьма на срок до 5 лет. Еще на саммите АТЭС во Вьетнаме на прошлой неделе эту проблему затрагивал президент России. Он предупредил, что ответ российских властей будет зеркальным, подчеркнув, что любые СМИ вправе высказывать свою точку зрения. Можно с ней поспорить, но не путем закрытия или создание условий невозможных к осуществлению прямой профессиональной деятельности, а путем представления своей точки зрения, доведения своей информации до аудитории. Нет, пошли по пути фактического закрытия. То, что эта мера вынужденная, говорили сегодня и в российском МИДе, подчеркнув, что помимо законодательных актов США, в ряде европейских стран к нашим средствам массовой информации применяются, по сути, репрессии. Так, например, во Франции давно не пускают на официальные брифинги журналистов все того же RT и агентства «Спутник». И в этом отличие позиции России. Наша задача не выдавить CNN из Российской Федерации, не заблокировать им работу. Наша задача, чтобы информация, которая касается официальной позиции России, представлялась объективно. По крайней мере, нам предоставляли возможность тоже свою позицию каким-то образом доносить, коль скоро так много времени там CNN уделяет России. Но мы же не говорим о том, что не приходите на брифинги, вы пропагандисты, отнимите у них аккредитацию. Мы об этом даже и речь идем. Полный список средств массовой информации, попадающих под понятие «иностранный агент», появится лишь после того, как закон вступит в действие.
Причем, как утверждают в Государственной Думе, список этот не обязательно будет ограничен исключительно американскими СМИ. Антон Верницкий, Юлия Заграничная, Екатерина Колоницкая, Первый канал.